создать специализированный институт терминологии. Такое предложение прозвучало в ходе заседания экспертной группы «Единство народа» партии «Нур-Отан». Мажилисмены, представители министерств и общественники затронули языковой вопрос и решали, как упорядочить терминологический фонд казахского языка, учитывая так называемый обновленческий бум. Участники встречи предлагают больше снимать познавательных программ и мультфильмов на госязыке и развивать казахоязычный контент в интернете.